подкаст. Я вышла в эфир. Сережа спит. Мне особо делать нечего. Сейчас иду кушать. Сережа не в отношениях. Мы просто дружим хорошо. У меня есть дружба. Понимаете? Это как на ноги целует мужчина. А почему? Почему вопрос? Мы на выходном с Сережей. Нет. Сережа на футболка. Мне нечего одеть, потому что мы промокли просто под дождем. Мы сегодня ехали, попали под дождь, короче, и просто вся одежда, что у нас была, она просто, ну вот вообще, она мокрая насквозь. Я вот сейчас хочу понять, где мои кроссовки. Все, я вижу. А вы откуда? Куни, это унижение? Ну, нет, это не унижение. Почему? Когда ты своей девушке делаешь приятно, это разве унижение? Привет. Почему камера ужасная? Блин, а почему она ужасная? Не знаю. Да просто у меня насквозь мокрые кроссовки, блядь. Просто насквозь. Мне так жалко их. Пипец. Вы Сергей Бомб, спасибо. С фоткой без фильтров до сих пор не пойму, какие у тебя глаза. А у меня, блядь, зелено-голубые. Ну вот, вот я убрала фильтр. Наверное, этот цвет плохой, у нас уже темно. Сколько мне, 22? У тебя телефон Samsung, что ли? Нет, не Samsung. У меня iPhone. Классно, спасибо. Острова начала смотреть из-за вас. Хоть какая-то страсть. Ой, спасибо. Многие написали, что как я появилась, какой-то движ начался. Тебе нравится Куни? Ну, блин. Что за образ такие? Ты русская? Конечно, я русская. Я вообще... I'm a Russian girl. Курила, куришь, курила. Бля, реально, вот просто я одета как пацан, потому что просто промокла вся одежда сегодня. Качество говно почему-то, но ты все равно бомба. Знаете, почему качество говно? Может, потому что интернет плохой. Ну, фиг его знает, ты на яхте, а ты очень круто одеваешься. Стиль. Стиль. Это вот как мы с Барышевым говорим всегда. Вот у нас есть выражение «стиль». Я сейчас барышу вспомнила. Сколько тебе лет? А просто у тебя разговор странный какой-то. В смысле, почему у меня странный разговор? С какого города? С Елгава. Почему странный разговор? Что-то вот этого не поняла. Нормальный у меня разговор? Просто, чтобы вы понимали, я одеваю просто мокрые кроссовки, блядь, потому что нечего одеть. Просто они насквозь промокшие. Какой я гейнгстер? Ты в отеле? Не, не в отеле. Акцент просто. Акцент? Все, кто со мной общается, говорит вообще, что у меня никакого акцента нет. Как попала на 0-2? Как и все участники. Латвии, потому что я... Да не, нет акцента. Я тоже думаю, что нет акцента, потому что вот реально с кем я общаюсь, со всеми, да, все говорят, что вот-вот, я прям чисто русская, у меня вообще никакого акцента нет. Чтобы вы понимали, я всю жизнь по-русски общаюсь. Так, что я хотела? Я хотела взять денежку. Джинсы? Кстати, я купила эти джинсы, чтобы вы понимали, они не были такие порванные. Они были вот по минималке порванные, то есть...
Вот, изначально мои джинсы были такие, чтобы вы понимали. Сейчас они такие. Я сама порвала много где, в каких местах. Вот тут сама порвала, коленку сама порвала. У меня был ТикТок, что-то мне нужно было записать, и я просто решила все порвать нахрен. И вот как получилось, что я порвала просто все полностью джинсы. Они стали свободные и очень-очень комфортные. На поляну поешь? Не знаю. Вы серьезно встречаетесь? А почему ты не спишь? У нас только 8 часов, я кушать хочу ужасно. Материшься прям по-русски, не строишь леди себя. Так, я не считаю, что я прям матерюсь, да, но когда вот это надо, я, ну, блин, это как-то вот уже... Это можно как бы контролировать, но вот прям вот сегодня не хочется этого делать. Не отправляйте запрос, ребят. Мне кажется, с Ромашовым смотрите. Мы с Ромашовым хорошо общаемся, но не смотримся. О, Лейла Фан, привет. Блин, очень классные видосы Лейла Фан делает. Прям реально прикольно. Будете делать еще больше, буду выставлять все. Цыганочка, нет. У меня, чтобы вы понимали, родители из Смоленска. То есть я прям вот 100% Russian. У тебя одежды нет? Встань, покажи полностью джинсы. Красиво. Ой, Лейла Фан, спасибо. А чё, где Серёжа? Бухенбалт, боишься? Нет, не боюсь. Чё мне бояться? Вы на яхте отдыхаете? Привет, Лейла. Вот, чтобы вы понимали, какие у меня джинсы. Это прям такой свободный стиль. Вот прям, знаете, гэнгстер стайл, блядь. Только знаете, что нужно ремень сюда. Вот если бы был ремень. Вот, потому что, чтобы вы понимали, у меня большие очень. А был бы ремень, было бы по-другому было бы дело. Все, мы сейчас пойдем покушать. Еще. Сейчас, подожди, я хочу денежку. Here we can go. Yeah. Так. What? А ответь, пожалуйста, ты по-прежнему думаешь, что Ромашов и Белла будут еще вместе? Да, я думаю, что Ромашов и Белла еще встретятся. Я не знаю насчет того, что будут они вместе или нет, но думаю, что они еще что-то у них там будет. Да, есть ребенок, замуж поддержит Серегу. Что за вопрос такие? Боишься Бухенбалт? Спасибо. Буду, конечно, жду эфира. Почему Лейла имени русская? С кем хорошо с девчонкой общаешься на острове? Ни с кем. Ну, в целом со всеми общаешься. Общаюсь. Фигура четкая. Спасибо. С кем дружишь на проекте? Со всеми. Крутые джинсы. Спасибо. Когда обратно поедешь? Что у вас, Сережа? Вы пара? Мы не пара. Ты хорошенькая. Мне сразу понравилось. На самом деле, очень много мнений. Типа, и все говорят о... якобы обо мне только негативно, но вот этот негатив вы, блядь, видите сами. На самом деле все очень круто. У тебя есть ребенок? Сколько лет? Да, у меня есть ребенок. Девочка была замужем. Не, только что про ребенка ответила. Пять лет. С Бухенбалтом, но нет, не дружу, но общаемся просто. Не слушай никого, это очень круто. Да, вот у меня эта майка сейчас раз. Я в ней выгляжу не очень. Вообще. Ее надо как-то переправить. Хочешь назад в Латвию? Ну, иногда такое бывает, что всплывает эта вот грустинка, знаете, хочется иногда в Латвию попасть. Но потом как-то вспоминаешь, что ладно, пофиг уже, побудешь тут неделю. Фу, не неделю, а пару месяцев. Ничего страшного.
Хочешь назад? Так, что еще? Плохие комменты пишут, злые люди. Да, так есть. Была замужем? Нет. А ты с кем там? Да, ни с кем, в принципе, я иду просто. Зачем? Потом... Нравится на проекте, на тяжело, не тяжело, но на острове, я так понимаю, тяжело. Сережа спит. Почему дочери нет в инсте? Потому что выкладывают очень много пабликов потом из серии «Дом-2», типа, выкладывают там всякие сплетни. Зачем, то есть, выставлять свою дочь, чтобы она потом крутилась по всем интернетам, типа, по всем вот страничкам? Нафиг мне это надо? Привет, подруга, выходи замуж за Сергея. Сейчас, успокойтесь. Сергей Кио. Выставляй побольше фоток. Будем фоткаться, будем выставлять фотки, посты, все будет нормально. Все, ребята. Будете сегодня ночевать вместе, но, разумеется, мы и так ночуем вместе. Все, ребят, давайте, я иду кушать. Я вот сегодня еще, в принципе, ничего не ела. У нас уже 8 вечера.